Приветствую вас, дорогие зрители, у микрофона Григорий. Продолжаем играть в игру Seven Days to Die на сложности Insane. И карта Невезген у нас. Так, я сейчас посмотрю для начала, что у меня здесь плавится. Поплавится у меня здесь практически ничего, да? То есть у меня просто горит себе, горит огонь. Это непорядок. Все это я собираю. И сейчас с помощью... Не, ну вряд ли же ключом, наверное... А, подождите, она снимается. Починить ее шкурой можно? Ну ладно, я ее сниму, конечно. Слушайте, да ну ее снимать. Вот еще делать нечего. Я буду тут 2 часа стоять, снимать эту дребедень. Так, значит... Что я думаю из этого всего? Теперь у меня плавильня находится там, где должна быть. Так, кстати, кстати, о птичках. Перед тем, как я закончу с этим, мне нужно что? Мне нужно для начала посмотрите, что у меня с едой. С едой у меня действительно не очень-то и хорошо. Поэтому я сейчас сюда скину все вот это барахлишечко. Так, и мне надо посмотреть... Давайте-ка вот что сделаю я сейчас с едой. А, перед тем, как покушаю, сейчас сначала разберу все металлы эти. А, так, все металлы. Наступила у нас ночь. А, цемент мне туда не надо. Цемент мне надо... Да, в принципе, мне его, наверное, надо замесить, я думаю. Да, да чтоб тебя. Вот, замесим мы это дело. Так. Вот, уже лучше. Теперь я возьму вот эти... переходные штуки, потому что они понадобятся мне. Может быть, вот это даже. А, вот это все, я возьму барахло свое. Вот это. Нет, это мне не надо. Далее, что? Покушать мне надо, да? Покушать я хотел сделать вот так. Сейчас схитрим. Это вниз все отправлю. А возьму еду и посмотрю, что у меня доступно будет из рецепта. Возьмем мы что с собой? Возьмем мы кукурузу, вот это все, вот это все, вот это все. Может быть, даже грибы какие-то, не знаю. Они, наверное, вряд ли подойдут, но в любом случае... Что, воняют, к тому же? Посмотрим, что нам предоставит костер. Ну, он, конечно, нам предоставит только после того, как мы что-то положим. А, да, вы щедрые, щедрые очень. Так, да, ну понятно, здесь не хватает, для пирога мне не хватает... Воды, хорошо, хорошо, воды. Воды? Ладно, растопим воды, хорошо. Где у нас тут кипяченая вода? Ну, наверное, не надо столько, 20 сделаем, 20. Этого будет достаточно, и того минут всего, чтобы быстрее было. Да, растоплю. Ну, пусть она просто будет в запасе вода, да. Это я уберу, чтобы не воняло. Так, насчет удобрений. Удобрение, удобрение. Fertilize. Так. О. Готово, кстати, стройматериал. Удобрение у меня... как бы... не хватает вот этого для удобрения. Так, фер. А, на химической лаборатории. Вот самое удобное, да, это на химической лаборатории делать из сего. Или на костре, или в бетономешалке просто мешать, да? Ну, здесь плоть, но, в принципе, выгоднее всего из этого делать. Значит, мне нужно приличное количество селитры. И где мне ее, простите, взять? Пока у меня ее нету. У меня ее нет, совершенно нет. Все, давай. Так, ну вот теперь другое дело. Смотрите, хлеб появился. Можно сделать из этого
Так, добавлю еще сюда. О! Хм, у нас есть stew vegetable. А это, кстати, неплохо. Вот это... Так, я, во-первых, знаете, что сделаю? Нет, я сначала сделаю одно. Одно блюдо. Так, далее. Corn and cup. Ну, это, наверное, вряд ли что-то хорошее, да. Поэтому я, скорее всего... Почему мне вдруг чего-то не хватает? Яиц. А, корнмил. Понятно. Ну, корнмил-то я... Корнмил-то я поди сделаю. Это не проблема. Да, корнмил-то... Логично. 50 сделаем. Пусть будет. Ну, из него надо будет готовить. А, вегетарианский суп. Вот это вот. Я для чего сделал? Я хочу посмотреть. Не занимался я особо никакой кулинарией здесь. Фулнес. Но при этом он не пахнет, правильно? 7.01. Ну, сравним сейчас с пирожком. По-моему, мясо все-таки получается лучше всего, вот честное слово. Смотрю и смотрю на эти все дела, и такое ощущение, что... Мясо лучше всех идет. Подождем тогда. Да, может и этого надо отменить, что он там будет зря переводиться. Так, все это сюда положим. Хотя мне надо еще... Учитывать, что... Сейчас скоро понадобится... Что мне понадобится? Попить, да, попить это точно. Без этого никуда. Так, 6 секунд. 3... Стою, жарюсь, у меня от этого жара. Так, далее. Давайте сравним. Что у нас здесь? 10 плюс 8. Ну, конечно, да, пироги-то повкуснее будут. Теперь я посмотрю, что у меня мясо дает. А мясо у нас дает. Ну, гидрейшн. Ну, как пирог, в общем. Ага, ну, значит, да. Значит, пироги это самое лучшее. Действительно, получается. Ладно, тогда съедим вот это блюдо. Вегетарианское. Да? Ну, кстати, согревает. А, здесь я могу, кстати... Пироги-то с собой таскать. Здесь я могу и мясо поесть, правильно? У меня здесь доступ и к воде. Я защищен от запахов всяких. Более-менее. Так. Скоро 200 уже будет выносливость. Что еще я хотел здесь сделать? Я хотел посмотреть, как делать drawbridge. Где он там? Drawbridge. Это 2000 дерева, 100 айрона. Обалдеть. Обалдеть. Ну, хорошо. Я его сделаю, но не сейчас. Вот прямо сейчас мне его что-то резко расхотелось сделать. Что еще? Что еще? Я бы взял, пока у меня ночь, пока ночь. А, да, пока ночь, я бы взял вот это. Но это не для этого, конечно. Нет. Давайте по порядку. Почему по порядку? Потому что сейчас, если будем не по порядку, то я запутаюсь и что-нибудь будет не так. Так, это у нас... Я хотел, конечно, здесь вот переход сделать. Туда, но... Что-то... Как-то не идет у меня, по-моему, переход. Хотя... Хотя, почему? Я знаю, что я сделаю. Я сделаю не так немножко. Так, это сюда. Так, вот куда у меня пойдет вот этот вот?
Сейчас посмотрим. Надо все-таки всегда нужны фреймы с собой. Для разметки они, конечно, совсем необходимы. Просто критический предмет. Так, сюда, да? Потом идет сюда. И куда мы попадаем? Попадаем его сюда, правильно? Правильно. Это у нас с этой. Так что если здесь я поставлю, я попаду сюда. Ну, кстати, я понял, что вот этот друг мне здесь, честно говоря, не совсем нужен. Почему? Потому что я его переставлю. Так как он здесь не нужен. Вниз. Просто-напросто. О, так будет лучше. А, здесь у меня, значит, будет проход. Мне вот эта вообще конструкция не нравится, вот из-за этой вот штуки. А что, если сделать вот так? Так. Сюда. Ага, вот фреймы. Вот фрейм. Забыл, не пользуюсь этой штукой. Она такая полезная. Фреймы всегда нужны, пригодятся. Вроде держит. Почему тогда нет? Конечно, все смеются над моими постройками, я знаю. Но, кстати, давайте по многочисленным просьбам, а то... Так, пикекс. 10-12 минут, 5 штук я сделаю. Немножко прокачаю, так и быть. На это я потрачу 100 стали. Обалдеть просто. Вот 100 стали. У меня так много стали, что... Мне, конечно, ладно. 12 минут. Так и быть, я улучшу свою кирку, чтобы все были довольны. Угу. Теперь я снесу вот это. Что-то у меня тут света нету. Так, это я тоже, наверное, снесу. Да, я снесу вообще это полностью. Ну, люблю я вот перестраивать все это дело. Поэтому и ломаю. Легко очень. Хорошо хоть здесь ногу не сломать. Ну, а давайте его еще, да, продлим подальше даже. Не. Так, сюда. Ну, просто небольшая достроечка такая. Проверю пока. Проверю, что у меня там со строительством. Ой, вернее, с этой, с производства этой штуки. А, да, теперь-то я ведь и не пойму, да, когда у меня там будет следующее. 12. Где-то в районе 9, наверное, да?
Эх. Надо как-то ее оптимизировать. А, ну все, я понял. Как ее оптимизировать? Все элементарно. Отменяем. Кстати. Можно уже кое-что сделать. И сделаем X. Опять steel pickaxe. Раз, два, три, четыре. Вот 4 штуки. 2,25, да, у нас? Отлично. Ну и теперь у нас получше даже. Кирка. Уговорили, уговорили. Вот. Чтобы я занялся производством инструментов более качественных. Кстати, надо сказать, что в это время можно было бы заняться и рудогорным производством. Ну, в смысле, добычей. Горнорудной промышленностью. Вот. Это у меня здесь, значит, будет огородик вот так идти. Его я сейчас выведу сюда. Так, а что-то мне не хочет выводить. Странно, он так вертит, конечно. А, наверное, я... Что, издеваетесь, что ли? Что вы мне тут налепили? Я просто бы запрещал бы такие вещи строить. Это просто чревато. Так, ну ладно. Раз он не хочет по-хорошему. Может быть, вообще он туда... Да что такое-то? Может, он вообще туда не поставится? Слушайте, проведу, пойду свой этот... Верстак, который там делает мне что? 36 секунд. Ну, подожду 36 секунд, конечно. Пускай. Пускай у меня 30 секунд. Ладно, за 30 секунд еще успеем кое-что сделать. Отличненько. О, нет, все-таки я, наверное, далеко не надо уходить. Да чтоб тебя. Прям вот нога так и хочет, чтоб я ее сломал в очередной раз. 12 секунд. Ладно, будет подготовка к горнорудному делу. Кстати, между прочим, еще бы мне помешал и топор бы, наверное. Хорошо. Еще две... Я заблудился в своем доме. О, фу. Так. По-моему, здесь надо еще один влепить, да, вот сюда. И можно его заменять вот на этот. Ага, ну, предполагает... А, нет, все-таки встает. Я-то думал, уже он никогда не встанет. Они, думал, будут друг другу мешать. Взаимоисключающие. Ну, конечно, в темноте здесь работать не очень хорошо. Но мне лень бежать. А что бежать-то, кстати? Вот, пожалуйста, у меня где-то факелы были. Давайте факел поставим вот здесь. Пускай стоит, да. И сразу светлее как-то, да, немножко стало. Вспомнил я просто. Вспомнил о том, что у меня есть факел. Ну, вот эти перилки, конечно, это просто мне необходимо, потому что сами знаете, как я люблю навернуться. Так. Внизу у нас там... Так, вот это заберем. Это я сломаю. Где этот? А, он здесь, да? Да, это сюда тогда пойдет. Так, ладно. Здесь, значит, будет... Ну, здесь это поставлю сразу подъем.
Да, вроде правильно. Причем он как-то должен... И очень надо подловить тут, умудриться. О, 11 секунд, вовремя пришел. Сейчас мы его... .353, ну все лучше-то. Еще жалко, конечно, что с этих перил можно улететь куда-нибудь в пропасть, например, да? Вот если бежишь вниз, я, в принципе, очень настороженно к ним отношусь. Так, ага, испугались, наверное, да? Все, наверное, испугались. Все же знают, да, как я люблю прыгнуть. Так, что-то мне здесь не идет гора к Магомету. Поэтому мы вызываем Магомета. Чтобы он сам пришел к горе. И продолжаем стыковку. Да что такое-то? Теперь у меня рейлинги закончились. Так, rail catwalk with rail. Штук 10, наверное, хватит мне. Да, тут, пожалуй, наверное, придется еще один ставить. Скоро у нас там в обновлении это будет... Еще всякие интересные штучки, дрючки. Так, сейчас минутка у нас. Минуточка. Одна буквально. И продолжим. По-моему, вот так. Все. Правда, тут немножко опасно. Но должно быть все нормально. Потому что если я с этой лестницы слечу туда вниз, это будет, наверное, не только переломанная нога, а еще переломанная рука. Давайте подождем сейчас еще одну кирку. Может быть, кстати, удастся даже нам вкачать до синенького. Не, вообще эта концепция интересная того, что мы... комбинируем, конечно, предметы, но я не представляю, как это может быть в реальности быть реализовано. У нас есть две хороших, грубо говоря, кирки, да? И мы из них делаем одну еще лучше. И вот топорик я еще сделаю. Всю сталь разбазарил. Так, две минуты. За две минуты, я думаю, мы с вами... перенесем часть. Кстати, сейчас посмотрим. Может быть, на следующую пойдем уже. Здесь, конечно, нужны какие-то уловители, потому что 100% можно свалиться и улететь туда вниз. Ладно, вроде ничего так пока. Сейчас тогда избавимся, будем аккуратно здесь ходить, избавимся от стройматериалов. Они вроде уже не нужны, опять пока оставим. Сколько у нас там минут всего, ну, надо сказать, что это немного. Так, заберу все вот это прохлишечко. Я его заберу туда. Как говорится, тудой. Так. 50 секунд. Вот тут заняться даже нечем на 50 секунд. Скрутить пару этих. А, нет. Знаете, что надо делать-то? Надо ведь... Кстати, давайте-ка молоток, наверное, улучшим. Так. Да, почему бы нет? Чего валяется просто так, да? Вот хороший молоток. Молоток лучше, чем кирка. Уму непостижимо, правда?
Интересно, еще железный топор есть. Тоже можно, кстати, улучшить. А что тут все валяется, доваляется. 17 секунд. Железный топор на всякий случай. Если пропадет. Потеряю этот стальной, если будет железный. Ну еще, кстати, арбалет надо делать. Да дубинку бы не помешало тоже. Да, это я так докачаю. Да, что у нас там арбалет-то надо? Арбалет, сталь у меня с собой нет. О, что там, железо, сталь. Пофиг, сейчас мы кроссбоу сделаем. А, кроссбоу, клей, скотч. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько тут всего надо-то? Чтобы какой-то кроссбоу сделать. Да, и надо бы... Так, поехал, да? Тут мотаюсь, как этот. Как этот пчелка. Во. И главное, не могу от этой отойти далеко штуковины. Да, по темному этому переходу бежать не очень комфортно. Тем более со сломанной ногой. Так. Так, готовый-то я туда, конечно, отправлю. Мне тут не надо, чтобы оно лежало. Давайте первую зарядим. Успеть бы, успеть бы, успеть бы. Только сейчас я вижу, насколько у меня тут все лабиринтоподобное уже стало. Успеть бы мне снять инструмент мой вовремя. А, еще 40 секунд. Нормально. Нормально, успеваем. Да, дубина еще нужна. Ну, сейчас мы добавим ее сюда, в этот список. Ну, вот таким образом я просто вроде как получаю. А, здесь даже костылей нет. Редкостная бедность у меня наступила. Костылей у меня 3 костыля осталось. Это, кстати, очень большая проблема, когда вы, например, убегаете, ломаете ногу, и у вас нет костыля. А, вроде как бы всегда инструмент есть под рукой, а обычно какой-нибудь тряпья какого-нибудь нет, чтобы его изготовить. Ну все, сейчас хоть синенькое будет. Да, поэтому сейчас сразу мы этих костыликов-то... Я, правда, не помню, сколько их там помещается. Очень мало у меня тряпья стало. Катон, что ли, посадить? Слушайте, да. Ну, почему бы и нет? У меня катон там. Где-то был катон, по-моему. А, катон у меня в этом. О, давайте-ка я его на семена пущу. Вряд ли в ближайшем будущем седло буду делать. Семена пригодятся. И вот эти семена мы как раз сейчас-то и высадим. У меня, кстати, по-моему, часть какого-то огорода вот здесь, что ли, или там, на той делянке. Я не помню, но... В общем... Было удобрено. Минутку у нас, да? Что ж, давайте тогда алоэ вера, это мне... Ну, алоэ вера нужна. Ну, в таком количестве, наверное, вряд ли. Лой Вера. 17 этих. Мне еще есть полминутки. Картофанчиков
насажаем. Так, грибочков, да? Грибочки. Вообще классно. Они, их главное... Так, вот, да, земля же нужна. Земля это у нас тут. Успею. Грибы пускаю вообще. Чем больше их, тем лучше. Они хороши тем, что их ешь и пьешь одновременно. И вот, это самая лучшая вещь. Правда, конечно, много надо с собой таскать, но зато они стакуются отлично. Так, это сюда. Да-да, топор надо выкинуть. Так, помимо этого у меня, значит, грибы, еще что-то. Семя картофеля, семя гриба. Кукурузочка, да? Ягодки, ягодки, да. Это не знаю, по-моему, ягодок я много схватанул. 20, ну, наверное, хватит, да. Теоретически, конечно, можно, наверное, эти огороды объединить. Да, тогда сразу куча земли еще у меня остается. Ну ладно, подумаем. Так, а что там? Еще раз посмотрю, garage door. Garage. Скрэп айрон там. Повесится требование. Как к удобрениям. Селитры просто тьма. Я разорюсь на таких удобрениях. Не, ну хорошо, конечно, что их один раз надо только удобрять. И это плюс в какой-то мере, но с другой стороны, может быть и для меня это как-то тяжеловато. Так, сейчас я это сделаю, в общем, потерпите. С топориком. И пойду засаживать, наверное. Да, топор есть. Потому что топоры качать не буду. Но это просто разорительно. Не при моих ресурсах. Прокачивать таким образом прям. Потому что я не имею такого прямого источника сейчас пока. Ну, можно, конечно, ездить, собирать машины там, да? Разбирать. Я же это не делаю. Поэтому... Мне бы свой байк бы достать. Ну, как раз за байком-то сейчас и поедем. Немножко осталось. Да уж, насажал. Ой, там же у меня этот... Арбалет. Я не успел. Ладно, не страшно. И еще у меня на цену в любом случае, наверное, будет вот это засадить. Слушайте, давайте грибов. Зачем я действительно? У меня же грибы я пока не использую, но и пускай они растут. Логично ведь. Так, а если что там? Пойдут вот эти вот. Вход. Все, 10 минут осталось. До конца этого дела. Так.
Далее. Все, оставшись тогда этой засажу. Наконец-то рассвет хоть. Неужели не прошло и года? Я думаю, надо поехать в этот в город. Кстати, здесь соседний город есть небольшой. И его полутать. Ну, я разрываюсь, честно говоря, между несколькими делами. Потому что вроде как бы этот байк надо забрать. Фу, ладно, попробуем байк забрать. Потом город будем лутать. Пш, одного не хватило. Ну ладно, тогда здесь будет алоэ. Вернее, этот. Юка. Хорошо. Хорошо, поем на дорожку. Взял эти с собой пирог. Так, металл тогда я, наверное, скидываю, конечно же. Ножик у меня есть. Но ножик у меня для того лишь только, чтобы работать с кожей. А, у меня же еще этот. Да, молоток. Молоток. Молотка мне не надо же. Все, я думаю, сейчас поеду все-таки на прокачусь до байка. Да. Прям сразу. В дорогу. И там уже посмотрим, что да как. О! Девица идет. Откуда она взялась-то, кстати? Черлидерша. Так. Олень. Ладно, мясо вроде навалом у нас. Прошу прощения за остановочку. Но это я сейчас разберу, чтобы потом убрать этот ящик просто. Иначе я тут никогда это не соберу. Так. Так, отлично. Есть у нас теперь здесь кое-что. В запасе есть и металл. Да? Металл-то у нас сколько? 500. О, 500. Даже есть эта штука. Так, металлические части. Отлично, отлично.
чтоб тебя. Да, в три удара, конечно, раскалывать камни, это круто. Ладно, сейчас это дерево только срублю и все, и здорово. Так, в дорогу-то в дорогу, только серия наша подошла к концу. Спасибо вам за внимание. Заходите еще, это был 7 Days to Die, на сложности Insane, карта Невезген. С вами был Григорий, до новых встреч, пока.